Фестиваль компьютерной грамотности «Цифровое сияние 2017 среди пенсионеров прошел в Нарьян-Маре. С энтузиазмом и интересом в течение месяца седовласые ученицы и ученики осваивали азы компьютерной грамотности. Победителей и призеров в этом нелегком деле чествовал губернатор округа Игорь Кошин, депутат Государственной думы от Ненецкого округа Сергей Коткин, а также депутат окружного собрания депутатов Александр Лутавинов. Работающая пенсионерка Людмила Кузнецова уже второй год оказывается хакером среди пенсионеров Ненецкого округа. После церемонии вручения подарков и грамот она с гордостью рассказывает, что теперь компьютер стал буквально ее лучшим другом. Но главное, что дает ей умная машина – возможность общения с родными и близкими по видеосвязи. Основная масса пожилых людей – но у них внуки, дети, да, и человек, который имеет компьютер, то есть всегда могут подсмотреть, подсказать внуки, подсказать дети, да, но есть определенное количество людей, у которых там, допустим, сыновья, дочери или внуки, они где-то далеко находятся, им подсказать некому, поэтому вот эти компьютерные курсы, это просто, спасение. Что для многих людей высокого возраста эти занятия спасения и новый этап в жизни подчеркивает и главный идейный вдохновитель создания подобных курсов в нашем округе, председатель правления Ненецкого регионального отделения Союза пенсионеров России Римма Костина. В больницу записаться можно, справки какие-то добыть можно, а потом очень много, даже в большей степени подвигло их, знаете, общение с внуками по скайпу. Очень интересно им было показать себя, что вот ты, внучек, знаешь, а вот я тоже. Это не все об этом говорят, но это один из стимулов. Идею открыть факультет по обучению компьютерной грамотности людей высокого возраста еще в далеком 2011 году поддержал губернатор округа Игорь Кошин. И, глядя на счастливых выпускников, убеждается, что эти курсы не просто дань моде, а жизненная необходимость. Сегодня мир развивается настолько стремительно, что хорошо это либо плохо, но сегодня и ребенок, и взрослый человек должен просто уметь этим пользоваться, потому что это в нашей жизни уже в повседневной жизни. Для всех желающих познать азы на курсах компьютерной грамотности для начинающих свои гостеприимные двери открывает университет пожилого человека, который действует в Ненецком округе под эгидой Ненецкого регионального отделения Союза пенсионеров России. Занятия проводятся на базе окружного музея и окружной библиотеки. Всего в университете 5 факультетов – литература, история и краеведение, информатика, основа правоведения, факультет здоровья. Ну, естественно, у нас мы собираем аудиторию, у нас большие списки людей, которые хотят ходить на наши факультеты, где-то уже больше 100. Обычно на факультете присутствует на каждом занятии где-то 25-30 человек. И все желают по желанию, записываем всех, кто хочет ходить на этот факультет. Естественно, мы не даем никаких сертификатов, удостоверений, просто они получают там, общаются, делятся каким-то опытом, участвуют в наших мероприятиях. Фестиваль «Цифровое сияние 2017» проводился и как региональный этап 7-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который в этом году пройдет 25-27 мая в городе Санкт-Петербург. В соответствии с положением Общероссийского чемпионата в нем примут участие 2 человека от Ненецкого округа – победитель Людмила Кузнецова и занявшая второе место Любовь Улиновская. Елена Семеновичева, Антон Водряков, телеканал «Север».